Жители 43 аварийных домов будут переселены в Копейские. В настоящее время администрацией проводится предварительная проверка заявок граждан и прием тех, кто еще не успел собрать и подать необходимый пакет документов. Для этого нужно обратиться в отдел жилищной политики до конца сентября. Мы на сегодняшний день отработали основную часть списка. Получается 189 пакетов документов на объявление аукционов направлены. И по ним уже объявляются аукционы. Есть у нас вопросы, грубо говоря, по некоторому количеству семей, там порядка 20, по которым местонахождение неизвестно, либо с документами какие-то проблемы, они там в судебном порядке и так далее, что-то исправляют. Доказывают, что они имеют право на получение. Ну, как бы есть разные моменты. Подтверждают право пользования жилым помещением. Вот. Но постепенно этот список уменьшается. То есть вот буквально вчера две семьи мы уже отправили на приобретение. Процедура приобретения жилья непростая и достаточно длительная. Так что переселение будет осуществляться поэтапно. Скорее всего, первые семьи смогут отпраздновать новоселье уже в конце августа или начале сентября. До 1 января 2018 года должно быть использовано все финансирование, выделенное по программе. А до 2020 года необходимо закончить переселение граждан.